Пойдемте с вами сходим в спа, посмотрим, что здесь есть. Спа. Фитнес-центр. Давайте смотрим. Все новое, все тренажеры. Две беговые дорожки, велотренажеры. И вот мы уже практически в спа. Так, это у нас спа. Бассейн пока закрыт, проход запрещен. Стенка крутая, смотрите какая. Искусственное все, но очень красиво. Комната для отдыха. Сауна. О, это соляная пещера. Круто. Насыпана соль. Здесь тепло, градусов около 40. Можете натереться солью. Хамам. И две нимфы. Здесь, я помню, еще туда две зоны отдельные были. Вот они, видите? Когда здесь стройка еще шла, одна и вторая, это для того, чтобы индивидуально делать спа-процедуры. Единственное, что здесь нету купола, видите, чтобы вода стекала. Ну, а это у нас обычная сауна. Все чисто, аккуратно, хороший запах. Аромамаслами пахнет. Ну вот и все, спа. Я вам показал, но еще массажные комнаты, но я вам позже покажу. Проинспектировав все хамам, сауну, влажную сауну, стим, так называемую, соляную комнату, все очень круто. Рекомендую чисто, аккуратно, с солью понатираться, это вообще шикарно. Потом пойти во влажную сауну в римскую, и там температура и пар такой валит. Я много где был, но вот именно такой температуры и столько пара очень мало где бывает. В Австрии вот последний раз помню, да, когда был. То есть там тоже заходишь, ничего не видно, и температура такая высокая, приятная, комфортная.